День медицинского работника – один из немногих праздников, отмечаемых одновременно в России, Украине и ДНР в третье воскресенье июня. В Харцевске решили не дожидаться формальной даты, то бишь воскресенья, и уже в четверг собрались на торжественное мероприятие в городском ДК. Пользуясь случаем, мы поинтересовались у медиков, с какими проблемами в работе им пришлось столкнуться за время, прошедшее с прошлогоднего праздника. Работать приходилось сложнее, естественно. В первую очередь в том плане, что медикаменты с большим трудом доходят теперь до наших аптек, а в стоматологию вообще не попадают. Значит, мы работаем сейчас на приносном лекарстве. Пациенты идут в аптеку, покупают лекарства и приходят, удаляют зубки. Значит, это, естественно, создает определенные трудности. Работаем очень трудно, потому что нет материалов. Мы работаем в ортопедическом отделении. Материалы делают в Харькове, в завод. Украинцы не пропускают. А если и пропускают, то там дань накладывается, понимаете? Цены очень большие. Ну, работать тяжелее стало. Тяжелее, потому что вот эти боевые действия прибавляли пациентов, больных много, тяжелых. Вообще прибавилось много... как обострились хронические заболевания, потому что сейчас люди много волнуются, переживают. Ну и, естественно, финансовая сторона не хватает людям и на лекарства, и поддерживать для профилактики свое здоровье. В то, что все будет хорошо, верит глава горадминистрации Василий Ткачук, поблагодаривший харцевских медиков за самоотверженный труд. Хочу выразить вам огромную благодарность за всю вашу работу, за заботу о нас, о нашем здоровье, о здоровье наших детей, наших родителей, бабушек и дедушек. Хотел поблагодарить всех вас, всех тех, кто в тяжелое время, прошлые прошлогодние события не оставил город, не оставил людей в беде, не оставил наших ополченцев, оказывал им помощь, посильную, невозможную, но, исполняя свой гражданский долг, не оставил рабочего места. Большая вам за это благодарность. Своих коллег, представителей самой главной, по ее мнению, профессии, поздравила заместитель главврача ЦГБ Елена Запорожец. Мне бы очень хотелось, чтобы нас чествовали не один раз в году, как сказала Светлана Егоровна, а чтобы всегда помнили о том, что есть такая, такое вот, отрасль такая, как медицина, и в городе, и в молодой республике, и чтобы ей всегда находилось должное место, потому что культура нашего общества – это в том числе и отношение к медицине. Продолжили мероприятие по старой доброй традиции праздничным концертом. Творческие коллективы Харцевска порадовали гостей несколькими яркими номерами. Особенно впечатлил медиков, судя по бурным аплодисментам, неувядающий хит Леонида Утесова «Неудачное свидание» в исполнении юных вокалистов.